Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенка. Глядіть у гэтым выпуску. Допомога от сердца. Як гомельские предприемства подтримливают медустановы. Зеленый фонд региона. Новую аллею древ высадили гомельские экологи. Усе дороги ведут на Малую Радиму. Гомельская школьница створила 3 туристичные маршруты и выдала фотодоведник на 3 мовах. А зараз об гэтым іншым больше подробязна. Беларусь не адмаўляецца ні ад аднаго пункта дагавора аб стварэнні саюзнай дзяржавы, але настойвае на роўных умовах. Аб гэтым прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка заявіў сёння ў інтэрв'ю тэлерадыёкампаніі «Мір». У ходзе гутаркі размова ішла і пра еўразійскіх саюзнікаў, СНД, падрыхтоўку да юбілею вялікай перамогі, эканоміка-палітычную сітуацыю ў рэгіёне і свеце. Што тычыцца саюзнай дзяржавы, то тут пазіцыя беларускага лідара нязменная. У нас ёсць дагавор о создании союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый такой серьезный, который сегодня обсуждается, ну, допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты. Но только это должна быть нейтральная, скажем так, валюта. Это не белорусский рубль, это не российский рубль. И даже я когда-то говорил, ладно, не вопрос, какой это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный центр. И даже нигде, это тоже не вопрос. А кто будет управлять эмиссионным центром? Это будет на равных? Или поскольку Россия большая, российский рубль большой, покрепче там нефти побольше и прочее, Россия будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся. Мы это уже проходили. В первые годы распада Советского Союза, когда нас просто выкинули из рублевой зоны, и в конце концов мы остались советскими рублями, они увели российский рубль, а мы потом, помнишь, рисовали зайчики. Я не хочу это повторять. Это во-первых. А во-вторых, а где же тогда наш суверенитет будет? То есть мы ничего не отказываемся. И тот договор, который тогда был составлен, он предполагал равные условия для людей, для предприятий, для наших двух государств. Если Россия сегодня, отказавшись от этих замашек имперских, мы большие, а вы малые, готовы на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться. Поэтому договор существует, и мы никогда от него не отказывались. Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип, равные условия для людей, для предприятий, для государства. Закранули у интервью и тему, якая сегодня хвалюе жыхароў многих держав. Живем и працуем на фоне пандемии. Гаворка ішла про намаганні, якія прикладае Беларусь у барацьбе не только с коронавирусом, але и у целым с вирусными захворваннями. И тут опыт нашей краины может для многих служить прикладом. При гэтым президент заклікаў не забывать, что есть масса пациентов с іншими хворобами, яким так само потребна допомога. Что тычыцца COVID-19, то его распаўсюджванне у Беларусі першапачаткова звязана з завазнымі выпадкамі. У цэлым Александр Лукашэнка заклікаў не дапускаць панікі і спакойна дзейнічаць у дадзеным становішчы. Сітуацыя кантралюемая, хаваць што-небудзь сэнсу няма. У нас цяпер толькі адзінкавыя выпадкі смерцяў ад пнеўманіі, дзе каранавірус даў ускладненні на фоне іншых сур'ёзных праблем са здароўем. Больш за тое, у цэлым па смяротнасці ў бягучым годзе дынаміка лепш, чым у мінулыя гады. У бліжэйшы час плануецца апублікаваць подробязную статистику. Начинают гвалтом кричать, и тут вот в Беларуси чего-то скрывают, и они не работают по вирусу. Как вузовцы, вот Качанова, по-моему, поручению вчера разговаривала, они нам рекомендуют, я говорю, ты у них спроси, что они нам рекомендуют. Первое, бороться точечно, что я говорил. Да. То есть мы, если видим очаг, мы бросаемся на него и начинаем людей лечить, кто был вокруг, и, главное, этого человека. Никто так в мире не работает. Они идут фронтом. Вот в Италии возьмите, или тоже в Москве похожее, или в Ухане было. Они окружили город, не въехать, не выехать, и всех в дома заперли. У нас ситуации нет той, чтобы вот такие меры принимать. И дай бог, чтобы этой ситуации у нас не было. Это не проблема, мы за сутки нейтрализуем город. Это абсолютно не вопрос.
Но во что это обойдется? И сколько будет тогда смертей? То там какая скорая помощь справится? Мы будем только выхватывать с квартир людей, которые уже будут тяжелые. И сразу их на искусственной вентиляции легких. И что, и мы спасем этих людей? Конечно, нет. Поэтому не надо дурью заниматься там, где не надо. Нас же всегда учили. Надо, чтобы проветренное помещение было, надо, чтобы на свежем воздухе и прочее. Но если уже придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем вот этот литовец, президент. Слушай, он озаботился белорусским вирусом. Слушай, ты своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы там не все дают, не все информируют. Александр Лукашенко выказал меркование про то, что глобальные гульцы могут выкорыстать сусветный кризис, выкликанный выбухом коронавируса у своих метах. Многие уже теперь задумываются над головным питанием, что будет после пандемии. У этой связи турбует будущее страны. Менавито тому наш президент настоивает на бесперебойной праце вытворчества. Ось это только фрагменты великого интервью с керовником белорусской державы. Плануется, что оно выйдет в эфир завтра. Об'ядновуюцца зараз не толькі дзяржавы, яднанне мацнее і ўнутры кожнага рэгіёна краіны. Размова аб падтрымцы, якая так неабходная зараз кожнаму з нас. Тым больш прыемна даведацца аб справах, якія без просьбы і прымусу робяць людзі, каб дапамагчы тым, хто зараз у гэтым мае вострую патрэбу. Напрыклад, супрацоўнікі кіруючай кампаніі холдынга «Гомельская мясамалочная кампанія» вырашылі дапамагаць прадукцыі, грашыма і транспартам установам аховы здароўя рэгіёна. Сейчас очень непростые времена, понятно, да, и система здравоохранения нуждается в помощи. Я думаю, да, лишнего точно не будет. Я знаю, что вы оказываете такую помощь. Расскажите, в чем она заключается? По инициативе своих работников, мы просто очень хотим оказать ту помощь, которую мы имеем возможность оказать. И вышли с предложениями помочь. Мы имеем возможность оказать помощь транспортом. Приготовили и уже направили денежные средства, достаточно серьезные, больше 100 тысяч рублей. Мы выпускаем отличные продукты питания, поэтому мы ими будем помогать и хотим помогать. Мы понимаем, что мы не подменим наши органы власти. Но как люди, как жители Гомельщины, мы очень хотим помочь. Врачам сегодня нужна не только материальная помощь, но и психологическая. Я думаю, что видя, как мы их ценим, как мы их любим и как очень благодарны за то, что они нас защищают, мы готовы оказать любую помощь, которую мы имеем возможность это сделать. Вот скажите, на протяжении какого времени примерно будет оказываться эта помощь? Вот в чем заключается транспортная помощь, отдельные деньги, отдельные продукты? Вот как это распределено будет? Уже по потребности наших предприятий здравоохранения мы будем выделять. Мы приготовили, на сегодняшний день приготовлены 4 микроавтобуса с водителями. Будет необходимость в нашем транспорте, мы будем предоставлять это для перевозки медперсонала, может быть, дежурных врачей, может быть, наших врачей из поликлиник. Если понадобится такая помощь, мы ее обязательно предоставим. Если будет необходимость в дополнительном каком-то питании для врачей, мы тоже будем представлять наши продукты питания. Скажите, может быть, вы уже увидели такой пример, который продемонстрировали нам представители других стран, да, в которых ситуация гораздо более сложная, скажем, чем у нас, и вы вдохновились чем-то примером? Нет, абсолютно. Это только инициатива наших работников. Мы все жители Гомеля, Гомельской области, городов в нашей стране. Мы хотим здесь помочь и сейчас. Мы живем здесь и сейчас. Мы не живем в других странах мира. Ну, скажите, может быть, вы уже занимались такой благотворительной деятельностью? Для вас это не в новинку, вы уже привыкли оказывать помощь тем, кто нуждается и кто находится в сложной ситуации. Сегодняшняя ситуация, она уникальна, наверное, уникальна в плохом смысле слова. Такого размера помощь мы не оказывали разово никогда, поэтому мы считаем, что мы обязаны это сделать. Это наша позиция, и мы хотим помочь. Помочь – это помощь нас как граждан, как жителей Гомельщины. Да, допомоги долучились не только вытворчие, але и гандлевые предприемства региона, а так само державные структуры. Со стороны организации торговли, да, и самого управления, мы организовали сотрудниками именно управления, приняли решение поучаствовать в поддержке тех врачей, которые находятся на сегодняшний день в тех поликлиниках, которые поступают те люди, которые с подозрением на наличие каких-либо заболеваний.
в том числе организации торговли. Мы узнали о том, конечно, что врачи сейчас практически там находятся постоянно, дежурство. Плюс я представляю, что такое, наверное, отношение людей, то есть определенное неведение, вот эта паника определенная, тяжелая психологическая обстановка. Поэтому мы решили поддержать тем, что им в первую очередь необходимо. Мы, конечно же, со своей стороны это приобрели и продукты питания, и средства защиты, то есть то, что на сегодняшний день используется постоянно. Это маски, халаты, бахилы. Ну, то есть вот это то, что на сегодняшний день из тех организаций торговли, которые уже очень активно откликнулись, уже передали, это у нас наша Сахарторг компания, это сеть «Друзья» у нас в городе. Также это общество с ограниченной ответственностью «Широких». Это два гуся всем известных. Уже на сегодняшний день подключились у нас Новобелецкая торговая компания «Олеся». Также еще ряд других сетевых организаций. Сейчас вот буквально они обсуждают, принимают решения и будут также участвовать вот в такой просто от чистой души поддержки именно наших врачей. У Гомельской области зарегистровано 11 выпадков COVID-19, из яких 5 подтвержденных и 6 верогодных. По всех выпадках вызначены контактные особы первого уровня. Организовано их лабораторное обследование и шпитализация у стационары. Проводится медицинское назирание за контактными другого уровня с метой активного выявления у их симптомов острых респираторных вирусных инфекций для своечасового принятия супрать эпидемичных мер. Видовочна, что коронавирус сегодня тема номер один. При этом нельзя забывать об меньш небеспечных, але распаўсюджаных зараз респираторных инфекциях. Кожной весной колькость захворваний на простуду повеличивается, особливо сирот детей. У час выбуху сезонных хвороб важно притримливаться мер застяроги и умацовывать иммунитет. Это эффективно и для профилактики коронавируса. Парад по профилактике існує шмат. Педіатр Інна Чернишевич вилучила 3 самые главные правила, каб заховать здоровье дитяти у гэты период. Именно минимум контактов – это хоть какая-то гарантия от того, что человек не заразится, особенно ребенок. Гигиена рук – это все-таки воздушно-капельная инфекция. И инфекция в капельках слюны при разговоре, при чихании, при кашле, она опускается на предметы, на ручки дверей, на какие-то поверхности. На третьем месте я бы поставила все-таки поддержание иммунитета и здоровья именно в этом отношении. Самое главное для ребенка – это рациональное питание, здоровый сон и, конечно же, прогулки на свежем воздухе. Так само медики звертают увагу на разумное выкористание маски. Треба памятать, что яе ношение оправдано только у помешканнях. Маска обороняет от инфекции на протягу 2-3 годин. Крыстаться ею должей небеспечно. З-за закрытых межаў у многія краіны некаторыя беларусы, у тым ліку жыхары Гомельшчыны, не змаглі выехаць на працу і вымушаны знаходзіцца дома. Але не кожны мае дастаткова добрую фінансавую падушку бяспекі. Працоўныя месцы даводзіцца шукаць хаця б часова. Нашы корэспандэнты пабывалі ў камітэце па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Гомельскага аблвыканкама і даведаліся, якія вакансіі зараз прапаноўваюць наймальнікі. Па словах спецыялістаў, ніякага ўсплеску пакуль не адбылося. На одного суискальника прикладно по 5-6 вакансий. С початку года, до речи, люди меньше звертаются у центры занятости за содением у пошуку працы у правнани с таким же летошним периодом. Зараз на Гомельщине зарегистровано каля 1500 беспрацовных. Вакансии у базе даденных каля 10700. Предприемствам и организациям региона потребуются наступные специалисты. Наиболее востребованные вакансии – это среди рабочих. Это у нас получается оператор машинного отдаления, водитель, электрогазосварщик. Если говорить про специалисты, то здесь у нас потребность испытывают таких специалистов, как врачи, медицинские сестры, фельдшеры, бухгалтера, главное бухгалтера. Протягивают выдавать и субсидии для открытия уластной справы. Помера до 12 до 15 бюджета у прожиточного минимума у залежности от мясцовости, где будет ладиться бизнес. Летость таким вариантом працы уладкования скористались амаль 400 человек. Сёлета с початку года уже 100.
Беларусы змогуць кантраляваць цэны ў магазінах. Па ўсіх выпадках іх неабгрунтаванага росту трэба звяртацца ў Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. З мэтай маніторынгу і аператыўнага рэагавання для грамадзян адкрыта гарачая лінія. Тэлефанаваць трэба па нумары 8017-3276-121. Неабходна пазначыць наймінаванне тавара і адрас гандлёвага аб'екта. Гарачая лінія будзе працаваць па буднях з 9 да 13 і з 14 до 18 гадзін. Сёлета на Гомельшчыне плануецца высадзіць каля 20 тысяч дрэў. Зараз гэтыя планы рэалізаваныя прыкладна на 40%. Свой уклад у агульную справу ўнеслі і супрацоўнікі абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Тэма азелянення рэгіёна ў матэрыяле нашых карэспандэнтаў. Яшчэ адна алея чырвоных дубоў высаджана ў гомельскім мікрараёне Хутар. Увогуле раней такія дрэвы ўжо выкарыстоўваліся для дэкаратыўнага ўпрыгожвання населеных пунктаў Гомельскай вобласці, але не вельмі масава. Цяпер адносіны да чырвонага дуба перагледзелі. Ён сапраўды ўпрыгожвае гарады, яго лісце ападае толькі напрыканцы восені, а жлуды маюць вельмі прывабны выгляд. Канкрэтна гэтыя сажанцы набылі ў быхаўскім лясгасе. Мясцовыя ўжо практычна ўсе выкарыстаны, а план па азеляненні выконваць неабходна. У гэтым году запланіравана высадка порядка 20 тысяч деревьев. Это в населенных пунктах в основном будет высажено с тем, чтобы обеспечить доведение норматива озелененности всех населенных пунктов Гомельской области. Значит, ну, на сегодняшний день у нас уже высажено более 8 тысяч деревьев. Лидером здесь является город Гомель, в котором высажено более 6 тысяч деревьев. Сёлетняе заданне па азелененні тым больш рэальнае, што яно значна менш леташняга. Калі на Гомельшчыне высадзілі каля 160 тысяч раслін. Іншая справа, што частка з іх загінула. Асабліва гэта тычыцца дрэў вясенняй пасадкі. Адмоўны ўплыў тады аказаў працяглы засушлівы перыяд, а таму зараз у планы па азелененні ўнеслі карэктывы. Перш за ўсё гэта тычыцца пастаяннага паліву насаджэнняў. Мы зрабілі определённыя вывады, цяпер болей адпаведна падышлі к выбару пасадачнага матэрыялу. А также заранее было организовано, разработаны графики полива деревьев, разработаны, проработаны источники забора воды и лица ответственные, которые будут этим заниматься. На сегодняшний день, в принципе, вопросов с поливом у нас не стоит. Несмотря на погоду, ждем, конечно, засушливое лето, но вместе с тем я уверен, что мы справимся. Олег Сентюров, Миколай Скинтиян, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Усе дарогі вядуць на малую радзіму. Гомельская школьніца стварыла 3 турыстычныя маршруты і выдала фотадаведнік на 3 мовах. На старонках зборніка здымкі ўсіх вядомых і пакуль мала даследаваных помнікаў архітэктуры Беларусі. Праект школьніцы нават узялі ў работу турфірмы рэгіёна. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Это Илинский старообрядческий храм. Именно с него началась история моего путеводителя. 11-классница Даша Кухаренко вертается до подею 3-годовой давности. Тады звычайная прогулка по Новоколю привела девчину сюды. Драўляный будинок 18-го стагодия – самый старый староверский храм Беларуси, який захавался до наших дён. Неузабаве школьница начала вывучать культовое драўляное дойлідства Беларуси, а выником стало масштабное доследование, выдаденное на 3 мовах. Ответственность большая, потому что ты несешь информацию, рассказываешь об этом. Ты должен сам объездить и увидеть это. Собственно, то, что мы и делали, и вот это нашло применение. У пошуках маловядомых фактов Даша объездила весь регион. Вывучаючи только церкви Полесья, девчина переодолела 700 километров. Архитектурные жемчужины Турова, Ельска и інших городов стали основой 3 туристичных маршрутов. Гомельские турфирмы уже организуют по их экскурсии. У складания маршрута улічвалася логістика, інфраструктура і гістарычная каштоўнасць аб'ектаў. І самае важнае, шукалі месцы, да якіх турысты яшчэ не праклалі дарогу. У асобе смелую ідэю дапамаглі школе настаўнік геаграфіі і кафедра геалогіі і геаграфіі Універсітэта імя Францыска Скарыны. Конечно, я горжусь, потому что у Даши на сегодняшний день 3 диплома, как говорят, высшей пробы. Она представляла нашу страну на многих международных конкурсах. Мы участвовали в конкурсе исследовательских работ в Самаре. Выники 3-годовой працы Даши оценили и на самом высоком узроўні. Дзяўчына двойчы лауреат премии специального фонда президента Беларуси. У нас очень много интересных и, самое главное, неизвестных, как выяснилось,
значит, прекрасных туристических, исторических объектов. И нам вдвойне приятно, что это сумел сделать ребенок. Теперь даже ее одноклассники спрашивают у нее, интересуются у нее, а куда можно поехать, а что можно показать даже своим близким и гостям. Своїми силами отрималося видати тільки 3 екземпляри. Зараз дівчина створила інформаційний сайт. Цим можна ознайомитися з її дослідженням і проїхати хоч би віртуально по нових туристичних маршрутах Полесся. Ганна Кральчук, Ганна Ковальова, телерадіокомпанія «Гомель» при підтримці агентства «Теленавін». Гэта я таксама іншыя навіны, інфармацыю аб праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго вам самага добрага і да новых сустрэч у эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. 5 полностью уничтоженных хозяйственных построек и поврежденный деревянный дом. Первое сообщение о пожаре 4 деревянных сараев в деревне Ветчинская Рудня Житковичского района в оперативно-дежурную службу МЧС поступило около 4 часов дня. Пожар ликвидировали спасатели, однако к их приезду все сараи были практически уничтожены. Пострадавших нет. В следующий раз номер 101 с подобным сообщением около 7 вечера набирали жители городка Иваново-Слобода Лельческого района. Горел деревянный нежилой дом и хозпостройка по улице Центральная. Хозяйка, 60-летняя пенсионерка, не пострадала. Огнем уничтожена хозяйственная постройка, повреждены кровля и одна из стен дома. Причины обоих пожаров устанавливаются. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при выжигании мусора неустановленным лицом. МЧС напоминает, что сжигать растительный мусор разрешено только в безветренную погоду под постоянным контролем с обязательным соблюдением всех норм и правил пожарной безопасности. То, что курение – пагубная привычка, известно всем. Почти каждую неделю пополняется черный список погибших по этой причине в огне. Эта неделя не стала исключением. В Калинковичском районе погиб пенсионер. Около половины 7 утра калинковичским спасателям поступило сообщение о пожаре кирпичного жилого дома в деревне Суховичи. По прибытии к месту вызова открытым пламенем горела кровля дома. При разборе обрушившихся конструкций дома на полу в комнате спасатели обнаружили обгоревшее тело хозяина дома, 62-летнего пенсионера. В доме уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, имущество внутри. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. В этот же день спасатели выезжали еще на один вызов. К счастью, двух курильщиков на этот раз удалось спасти. Около половины 10 вечера поступил сигнал о загорании деревянного жилого дома в Наровле по улице Ласковая. По прибытии спасателей из окон жилого дома шел густой черный дым. Звеном газодымозащитной службы на полу в веранде 3 на 5 метров были обнаружены хозяин дома 1970 года рождения и его друг 1953 года рождения, которые были вынесены на свежий воздух и переданы бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра установлено, медицинской помощи не нуждаются. В результате пожара в двух комнатах уничтожено имущество. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара также неосторожность при курении. Несчастный случай произошел вчера в Новобелецком районе Гомеля. Под колесами городского рейсового автобуса оказался человек. В 9:40 утра вблизи остановки улица Белого мужчина, по всей видимости, бежал, чтобы успеть на автобус, но, потеряв равновесие, упал под его заднее колесо. В результате наезда 30-летнему парню были причинены тяжкие телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован в первое нейрохирургическое отделение областной больницы. За его жизнь сейчас борются медики. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Юность в шаге от золота. В 4-м матче финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге минчане обыграли солигорский «Шахтер». Исход поединка решила игра в большинстве. В концовке первого периода столичному коллективу понадобилось менее полуминуты, чтобы повести в 2 шайбы. В случае с первым голом у минчан было преимущество в 2 игрока. Второе взятие ворот случилось при игре 5-4. Забрасывали Кашкар и Парфиевец. В 3-м периоде Кашкар отличился во второй раз. 3-0 победа юности. Счет в серии 3-1. 5-й матч этого противостояния состоится завтра в Минске.
Завтра стартует третий тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Игровую программу откроют два матча. Столичная «Динамо» ждет в гости жодинская «Торпедо». В Бобруйске встретятся «Белшина» и «Городея». Мозырская «Славия» отправляется в Брест. 4 апреля команде Михаила Мартиновича предстоит поединок против действующего чемпиона «Динамо». Матч начнется в 19:30. Брещане с 4 очками располагаются сейчас на 5 месте в турнирной таблице. У «Славии» в активе 3 балла и 10-я позиция. Иван Заяц в символической сборной 21-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Игрок гомельского ВРЗ отметился дублем в победном матче против Минска. Вагоностроители, напомню, были сильнее со счетом 7-2. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».